Шеф, шеф, вы меня слышите? Наконец-то, вы в порядке? Можете двигаться? Внимание, я засекла приближение большого количества ковенадов. Предлагаю идти к тем холмам. Если нам повезет, ковенады решат, что все, кто был на борту этой капсулы, погибли. Тревога, ковенадские корабли ищут выживших. Рекомендую уходить отсюда. Я засекла еще один спасательный корабль. Надо проверить, может, там есть выжившие. Я думал, мы единственные, кто выжил после крушения. Это просто удача. Мы прочесывали долину, пока не увидели вас. Я думал, мы тут застряли. Не волнуйтесь, сержант, оставайтесь на месте, пока это вас 10-й. Не эвакуируют. Это 10-й, передо мной ковенады. Все сюда. Мне нужна помощь! Срочно! Мне нужна помощь! От меня не убежишь! Что это было? Надо найти. О, Диас! За нами еще враги, они пытаются взять нас в кольцо.
это 419. Кто меня слышит? Повторяю, здесь есть кто-то? Прием, эхо 419. Это пилот Чарли. Мы вас слышим. Это вы, Фолхэмер? Прием, огневая команда. Чарли, рада слышать вас. Фолхэмер, нам нужен транспорт к командному шаттлу. Я уже в пути. Смотрите, спасательные корабли, они приближаются. Раз корабли убежали, то ковенады у них на хвосте. Фолхэмер, вы должны отложить свою работу и помочь нам. Командор и я попробуем спасти солдат. Вас поняла, Катана. Окей, команда Чарли, взлетаем и устроим им вспучку. Прием, Фолхэмер, подберите выживших и доставьте их в безопасное место. Вас поняла. Эхо 419 остается на месте. Фолхэмер улетает. Эта пещера неприродная. Ее кто-то построил, так что она должна вести куда-то. Я проникла в боевую сеть ковенадов. Они передают свои тактические планы по незакодированным каналам. Покажем им, с кем они имеют дело. Я засекла движение боевых кораблей ковенадов. Намного больше, чем я предполагала. Если мы найдем капитана Киза и остальных выживших, мы сумеем координировать сопротивление.
Выжившие обнаружены. Солдаты за теми скалами. Пола, закончилось. Это он. Ты появился вовремя. Все на выход! Эхо 419, Катана, ответьте. Слышим вас, Эхо 419. У нас есть выжившие, и вы должны их подобрать. Поняла, Катана, я уже в пути. Я засекла еще один спасательный корабль в нашей зоне. Бегите к обрыву! И другой возле устья реки. Тяжело рассмотреть, но там в основном все выжили. Там... Принято, мы уже в пути.
Солдаты прячутся за скалой. Эхо-419, Катана, мы готовы к тому, чтобы взять на борт. Прием, мы готовы к высадке, прием. Следуйте к последнему спасательному кораблю, Эхо-419, удачи. Я перехватила сообщение о том, что они окружили место крушения, но капитан все еще жив. Они захватили весь офицерский состав корабля. Найден последний спасательный корабль, так что мы можем соединиться с остальными. Последний спасательный возле обрыва. Засекли спасательный корабль. Никто не выжил. Это спасательный корабль. Груда мусора. Шеф, здесь есть оружие, оборудование, но тел нет.
много! Ух ты! Нашел его. Понял. Есть! Неплохо! Может, они в этом здании? Давай проверим. Перед уходом обыщем эти здания. Компания. Вас понял. Солдаты, на выход! Вас поняла, я уже в пути. Новые перехваченные сведения. Я нашла капитана Киза, его держат на ковенадском крейсере. Их силы перестраиваются. Это последнее, что я узнала до разрыва связи. Взаимодействующие силы объединятся на пустынном плато в 3000 километров отсюда. Все в порядке, забирайтесь на борт, и мы уходим. Добро пожаловать на корабль, командор. Мы опять готовы к действиям. Мы отправляемся, лейтенант, и нам понадобится ваша помощь в миссии спасения.